Всем хеллоу, дорогие друзья! Герман на проводе, на другой стороне. И мы с вами продолжаем играть в рыбалку. Так, бабла у нас не фонтан. У меня посетила такая мысль, что в принципе от мормышки, наверное, зависит наш улов. И вот тут есть вот эта вот мормышка. Может быть, вот ее надо надевать, чтобы у нас как бы удочка вытаскивала крупную рыбу. Это, конечно, может быть ошибочное мнение, очень ошибочное. Уже пожалел несколько раз, что купил этот дурацкий бур. Ну, ладно, что уже жалеть? Уже поздно жалеть. Все, давайте пойдем бомбить турнир. Бомбим быстро. Мы ловили на West Coast. Здесь мы с вами заняли в прошлом видосе какое 5-е место, самое последнее. Я почему-то в этом видео просто настроен взять реванш. Вот я просто на реванш. Идем на реванш. Сейчас попробуем на малька, именно на кивочную снасть, именно на кивочек. Пробуем взять реванш. Не хочу быть 5-е место, не хочу, хочу 2-е хотя бы взять. Но если там вообще не зайдет, то тогда 3-я. Но 5-я это не мой уровень, это вообще, то есть это стыдоба. Мы столько рубим с вами, парни, столько играем, стыдоба. 5-е место это не наш уровень, надо подниматься. Надо реванш. Просто были эксперименты, просто мы экспериментировали. Так, все, настройка. Все есть, быстренько ставим вот эту рыбку. В надежде, что мы выловим достойный экземпляр и погнали. Погнали. В предыдущем видосе я рассказывал про то, что не сидите в конце, сказал, на улице, берите самки, если Новый год, ну, как бы Новый год уже давно прошел, но просто что, январь месяц, 2018 год, как бы берите самки, если есть снег, идите катайтесь на санках, то есть дома не сидите, да, как бы дома сидеть тоже постоянно нельзя, постоянно за компом, если есть время, идите, как бы лучше погуляйте на улице. Те, кто сейчас смотрят видео, может быть, сейчас скажут, да ну, там уже там, да, там 20 лет, там дядьки, там здоровые, там 25 лет, типа, там, куда там, какие там санки, да, вы что, прикалываетесь, что ли, там, стыдоба. Выкиньте свой стыд, уберите свой стыд, окунитесь в детство, блин, я катаюсь каждый, если мне позволяет снег, позволяет время, я катаюсь на санках, почему бы нет, парни, почему бы не прокатиться на санках. Когда мы с сеструхой ходим на горку, у нас тут есть сверхи, я уже несколько раз рассказывал, я... Вау, по красоте. Кажется, вот эта рыба хорошая. Я тоже катаюсь на санках. Хотя бы пару разиков, но я проезжаю, тоже получаю удовольствие. Почему? Почему нет? Я не знаю, почему себе отказываете там, говорите, что я этот, типа, там, взрослый. Просто я уже сколько раз от своих друзей такое вот слышал. Типа, ой, да я уже взрослый, там, какой этот. Какие там санки, какое там уже все, я уже из того возраста вышел. Все это фигня, это я не знаю, просто не хотят идти. Это то же самое, что вот заниматься спортом. То есть, как бы, я тоже там говорю, нету там времени, да. На самом деле я понимаю, что нету желания, у меня уже нет желания, там нет хотения заниматься. Но сейчас я хочу полностью измениться, сейчас опять хочу, то есть чисто спорт, как бы все дела, хочу опять окунуться в спорт. Главное, чтобы позволяло время и заниматься спортом, и снимать видосы по рыбалке. И также еще хочу, вот хочу до сих пор снять реальную рыбалку. Просто вот с реальной рыбалкой реально у меня вот сейчас нету времени на нее. Нету времени. Я у нас 18 декабря. Я обещаю, что до Нового года, до 2018 года, я вот, блин, обещаю, уже сказал, да, косяк. Что я съезжу на какой-нибудь пруд, даже если я не поймаю никакой рыбы, телефон у меня есть, в принципе, все нормально. Но я порыбачу. Я порыбачу, я засниму видос с рыбалкой, и мы с вами непосредственно, то есть, как бы, вы очутитесь, как бы, рядом со мнои, грубо говоря, мысленно, и тоже проникнетесь этой небольшой атмосферой рыболовной. Но если, конечно, пруд, на который я собираюсь ехать, его не разрыли греблю, то есть там можно что-то половить. Если мы поймаем хотя бы пару там мальков каких-нибудь, это уже будет, то есть круто. Потому что там рыба, реально ее трудно поймать. У меня много мыслей, я там хотел показать, как правильно собрать резинку. У меня была мини-резинка, я ее потом, по-моему, кому-то подарил, эту резинку, если я не ошибаюсь. Так.
хотел показать видосы, как ее там собирать правильно, но это возможно зимой я это все сделаю. Главное, чтобы у меня было настроение, было желание это сделать. Я засниму видеоуроки по резинке, как ее собрать. Так. Пока идет неплохо дело, да, у нас вот уже больше килограмма общего веса. Мы можем сейчас еще поймать рыбку, если все хорошо. Даже может быть две рыбки, потому что идет норм. Как бы рыба клюет на малька и клюет хорошо. Малек, я так понял, тут вообще топовская приманка. На нее клюет очень хорошая рыба. Мне прям нравится, какая рыбка на него клюет, на этого малька. Прям реально круто. Давайте еще подкормим. Не будем жалеть прикормки, мы как бы за нее бабки заплатили. Будем использовать ее по максимуму. Игра вот такая вообще тоже мне очень нравится. Прям круто. Кто не пробовал, попробуйте, вам тоже зайдет, понравится. Намного удобнее, чем просто дергать мышку вверх-вниз. Влево-вправо. Во, ну это какая-то маленькая рыбеха клюнула вообще. Не наш уровень, парня, но я думаю, хотя бы грамм 200 есть у ней. Надеюсь. И самое главное, чтобы это была не лиса. Вот это вот вообще время тратишь, а вытаскиваешь лису, лиса вообще не увез никуда. Перч, 95. Перч. Но 95 тоже неплохо. То, что вот начинается от 90 граммов, в принципе, еще норм. Блин, я не глянул, парни, я не глянул, если там наживка или нет. Что-то я не придал значения. О, хорошо, что проверил. Но такой огрызок, может быть, мы не успеем подсечь или даже не соблазнится хороший экземпляр. Кстати, если кто знает, напишите в комментах, если... Не полная наживка, да, вот на огрызок ловишь. Если снижается ли шанс в поимке крупной рыбы? Может быть, из-за этого и крупная рыба там у меня не клевала, поэтому надо полную, как бы, наживку целую цеплять. Тогда есть шанс поймать более крупный экземпляр. Но это я не знаю, это просто вот сейчас спрашиваю вас. Может быть, кто знает, напишите. Правда, это будет чисто для сводки мне, потому что, может быть, я буду потом второй сезон снимать. Кстати, может быть, я вот думаю, в феврале... Не, в феврале у нас будет ностальгия. 1,6. В феврале у нас будет ностальгия, потому что вот хочется мне прям по этой рыбалке. Вот прям не могу снять видосы. Вот я... Серьезно, если я успею, я уже начну в декабре, короче, снимать видосы по зимней... Ой, по 1,6. Вау. Офигенно, видите, мы с вами поменяли наживку. И уже как бы результат, да? Уже поклевка хорошо зашла. Мне прям вот серьезно понравилось. Вот эта рыба сейчас может нам сделать турнир. Чувствует мое сердце, что мы просто берем реванш. Вот в этом турнире мы реально берем реванш. Что там у нас? Ёперный, вот о чем я говорил, да? О чем я говорил, лиса. Лиса просто... Если бы была бы рыба, да, мы, может быть, взяли реванш. Но теперь я уже сомневаюсь. 3 минуты, парни, 3 минуты, надо что-то делать, ускоряемся. Играем наживочкой, ускоряемся, не знаю, что-то делаем, подымем немного глубину, чтоб там лиса на дне не прицепилась к нам опять. Просто не знаю, надо брать опять. Нам надо брать реванш, срочно. Иначе это будет грустно. Но времечко еще, в принципе, есть. Я думаю, мы одну рыбку еще успеем вытащить. Лишь бы рыбка была. Почему-то тут она как-то, да, вот время у нее примерно одинаковое, клево. Мне вот это вот не нравится, мало времени. И у меня почему-то после 10 минут начинает тупить. Я бы заснял какой-нибудь часовой, конечно, видос, но у меня потом начинает очень жестко тупить, я не могу ловить. Но это вот стопудовая сборка. Пропилки не тупит, в атомной рыбалке, которая круче вот этой вот в несколько раз, не тупит. Это сборка, мне кажется, это просто тупая крякнутая сборка, криво крякнутая. Давай, вытаскивай уже быстрее. Чё там у нас? Перч, 62 грамма, боже, ты, короче, турнир мне не сделаешь, братан. Вау, есть смысл поменять наживку, поставить что-нибудь вот такое. Попробовать на такое поймать. Но время... Все, в 40 минут уходим. Уходим в 40 минут, иначе мы не успеем добежать. Быстрая, вообще фастовская такая игра. Вот прям вот такая вот.
Даже, может быть, скажете, что это дебильная какая-то игра мормышкой, но будем играть именно так, чтобы соблазнить быстрее рыбу. Может быть, она быстрее соблазнится. Может быть и нет. Но в 40 минут железно уходим, иначе не успеем. А слиться опять из-за того, что из-за своей тупости, это все. 55. Мы не успеем вытащить рыбу. Все, уходим, парни. Офигеть, вы это видите? Вы просто это видите? С каждым разом все дольше и дольше. Я не понимаю, почему это. Если сейчас сливаемся. Не, выходим нормально. Успеваем. Все, не буду делать обещаний таких. А то вы сейчас этот. Ай-яй-яй, мышку потерял. Ёперный мама, я ж в очках, я ж слеп. Я ж слеп, как этот, как крот. Из зимовочки. Так. О, идут, идут. Походу, эти типы уверены в своей победе. Но мы как бы тоже. Вот лиса, вот нам единственное, все планы просто лиса взорвала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой успевает. Вот зараза, седьмой. Ладно. Ждем. Пятое. Блин, парни, пятое место. Вот почему вот так вот? Я не пойму. Пятое. Мы не взяли реванш. Фух, вот в этом видосе, да, вот если вы поставите мне дизлайки, там, скажете, ты фигово играл, там, все дела. Блин, я приму это, реально. Я хотел взять реванш, я хотел, короче, добиться, выйти в тройку лидеров, но все равно взял пятое место. Этот турнир называется у нас, этот турнир называется West Coast, Coast. Если вы, короче, здесь брали первое место, напишите в комментах, как. Я просто возьму для сводки. Я, может быть, потом, как бы, когда буду выкладывать в январе, вы посмотрите этот видос. Я потом отдельно, может быть, видос сниму, как я беру здесь первое место. То есть посмотрим, может быть, как-то определимся. Но вообще что-то прям бомбить не могу. Почему я тут сейчас пробовал? Ну, лиса. Все, лиса, парень. На лесу, короче, грешим. Ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Герман. Подписки, лайки, репосты, колокола. Все на вашей совести. Все, всем до скорых встреч. Пока-пока.